вышли прогуляться и по делам. У меня в Сбербанке карта поменяла я. Ну, в общем, такая ситуация, что мы заказывали на Алиэкспресс, заказывали игрушку. Вот. И продавец ее не прислал нам. Ну, в общем, прошло уже достаточно времени. Я открыла спор. И спор решили в мою сторону. Но вот заказывала я на старую карту. И деньги мне вернули тоже на старую карту. А старой карты уже у меня нету. Пойду разбираться, как это можно решить. А вот эта кофточка, как раз я и купила в Куртке Сити. Она спортивная. Обычная, самая обычная. Но она такая приятная и самая прекрасная в ней. Сейчас вот Ренат меня снимет. Вот она, сама курточка. Карманы вот такие. И все на молнии. Кофта 800 рублей. Мне вот дали карту заполнить. Карта, по-моему, у них скидка 5%, они говорили. Теперь можно покупать какую-то одежду с какой-нибудь там небольшой скидочкой. И посмотрим, что получится из этого с нашим делом про Сбербанк, я имею в виду. По идее, должны помочь. Смотрим. Потом расскажу. Ну вот, мы сходили, все мне там объяснили. Просто почему я задергалась, обычно как-то возвраты с Алиэкспресса возвращались очень быстро. А здесь нет, и нет, и нет, и нет. Вот, в общем, упадут деньги, счет там один этой карты, этих карт. Поэтому переведется все на мою новую карту, все будет нормально. Просто ждать от 3 до 20 дней. А раньше как-то быстренько все приходило. Ну, будем ждать. И больше у этого продавца, конечно, ничего заказывать не будем, потому что он... Нет, отслеживания нету, ничего нету, и, в общем... Нет, есть продавцы, которые делают тоже без отслеживания, но почему-то мне везло и всегда все доходило. Один раз даже была такая ситуация, я заказала, по-моему, какую-то там ерунду, помаду, что ли. Она шла очень долго, я уже открыла спор, что... По-моему, чуть слышно не будет. Ну вот, я открыла спор, потому что мне пришло сообщение о том, что там где-то ее уже бы я получила, как будто бы. Открыла спор, написала продавцу. Он был, конечно, очень недоволен тем, что такая ситуация. Ну, просил как бы закрыть спор, там, тра-ля-ля, в общем. А помада шла что-то полгода, по-моему. Вот это смешно было. Я что-то про нее забыла, потом случайно вспомнила. Получилось, что в итоге... Мне возвратили деньги, спор решили в мою сторону, значит, возвратили деньги. И через день я в ящике обнаружила помаду. То есть, в принципе, когда им надо, они могут оперативненько все это быстренько разрулить. А здесь я не знаю, где наша игрушка. Может, она тоже когда-нибудь до нас дойдет. Возвратят деньги, потом дойдет игрушка. Ну вот, в кофте в этой сегодня жарко, сегодня у нас тепло, хоть и ветер, но ветер горячий. Идем домой переодеваться и просто пойдем в парк гулять. Может, до бабушки дойдем, посмотрим. Мы переоделись и топаем к бабушке. Пойдем кормить кошек. Если получится, я засниму. И покажу вам, что там получилось у нас. Там есть котятки. Они, правда, диковатые в этот раз. Но для них это и хорошо. Очень сильный ветер. Очень. Красивые облака.
горка заросла. И не подумаешь, что зимой мы здесь катаемся. На саночках, на лыжах. Мы просто подходим к нашей лужи второй большой, которая. И вот так смотришь, вроде такая водичка красивая. Все так красивенько. Все так миленько. Сейчас я подойду поближе и покажу вам, если удастся, что там за вода. Там сделали, кстати, спуск, где два человека стоят. А он такой железный. Тут со всякой, и вот такую водичку люди пускают купаться детей. Наплевать, что пьяные купаются, это их уже проблема. Я не понимаю, как может такой воде купаться. Да по всему берегу, это не только вот я в одном месте. Обычный такой грязный лягушатник. Люди шашлычок делают. У нас, кстати, есть тоже же, и мангал есть. И угли даже лежат. Надо купить мяско, сюда прийти, да сделать. Водичка. Я вот не понимаю, что в этом году вообще не чистили даже. Не могла она за месяц так заплыть. Затянуться всей этой грязью, тиной. Какие красивые. Красивые какие водоросли. Я даже не знаю, как это называется. Зеленая тина. Как люди купаются, они потом вылезают через эту вот тину, что ли, идут. Все такие грязнопупные вылезают. Русалками. Здорово. Хочешь покупаться? Нет. А че? Леди купается. Там есть сумасшедшие. Там есть бутылки разбитые. Фу, завоняло розжигом. Да, какая гадость. Ненавижу, когда розжигом. Это уже не шашлык, это уже вонючая какая-то гадость получится. Он у нас нехры. А я, по-моему, увидела его. Около мамы живет. Шашлыки. Вот она, наверное, рожиком бьет. А что она так пух не делает? А, во! Сейчас она дотечет сюда, так и пошли. Вот интересно, дядьки все время что-то ловят. А что-нибудь ловится? Ловится что-нибудь у вас? Нет? А что-нибудь вообще здесь живет? Им как раз нету купающихся, чтобы рыбку пугать. Это бесполезно. Купайся, не купайся, если карась берет, он будет брать.
О, как утки. Уточки. Пойдем. Смотри, там киска гуляет. Так. Не подходи. Зачем пугать? Он спрятался от тебя. А можно я тебя сниму? Кися, наверное, с хозяином. Вот хозяин рыбачит, а Кися здесь отдыхает. Очень хорошо. Я уже есть хочу. Пошли к бабушке кормить кошек, я хочу есть. Нанюхалась рожика для шашлыка вонючего. Хочу есть. Да. Спрятались. Товарищ, вы куда полезли? Я полез на дерево. Слезай. Пошли к бабушке. Она нас ждет. Пойдем. Этот котенок на трех ножках тут. Совсем маленький. Мы отправились кормить. Иди сюда. Вон она уже, девочка, идет. Она уже тебя увидала. Вторая здесь сидит. Там еще их много. Вы где котята, куда серые спрятались? Я не знаю, но они очень дикие, серые те котята. Привет, Кися. Кися. Кися не реагирует. Ну, положи ей еду, она тебя ждет. Ну, туда залезай. Кисонька. Вон-то это мужик. Музик. Присол музик. Господи, а ты с больными глазюками здесь. Ой, ужас какой. Кись, иди кушай. Ой, там глаза воспалены у этого, это тоже мальчик. Кисенька, иди кушай, иди, пойдем. В сторонку отойдем. Он тебя кушает уже. Там котенок пришел все-таки. А кот охраняет. А кот, да. Это папочка, видимо. Ну, там котенок молоденький, месяца 3, наверное. 4. Вот этот рыжий больной совсем, глазки больные. Моего кота красивого нет, которого я люблю. Пойдем дальше еще посмотрим. Там сидят, гуляют. Ты беременная? Ты есть будешь? А вон там понесли, видишь, еду. Вон они там побежали тоже куда-то, их тоже кормят. Ну ладно, давай на них.
Ну, они там едят все. Там сушка. Давайте им дадим. Да, конечно. Не просто. Пролезь туда, там вон тарелка белая. Вон белая тарелка, да. На нее положи. Вон помойка рядом, Ренат. Там беременная. Какая она толстая. Она беременная. Да. Скоро котятки будут. Вон, выкинь. Там был с толстыми щеками. Ой, какой беленький. Смотри, с рыжим спинкой. Да, я его как раз говорила. Ага, по мордам получил. Черный кот что-то не хочет. Будет охранять. Угу. Они спатькали. Что принесли? О, бедненький. Не совсем не поесть. Он тоже сушки хочет. Вот это вот, если был бы пушистый, на нашего был бы похож, да? Угу. О, увидал. Сейчас опять по морде получит. Все никак ему не наед, не покушать нигде. А нет. Он с таким лицом смотрит. О, смотри. Не смей. Ладно. А это с бельмом на глазу, смотри. Ага. Который на нашего похож. Угу. Кстати, это с щеками. Так... Смотри, смотри, та кушает беременная, которая. А черненькие ушки лизал сейчас. Нюхал что-то там. Белому толстяку наконец-то досталось. Да. Машину стал нюхать. Значит, скоро еще котята родятся. Да, совсем уже раздутая. Да, и будет вообще. Пойдем много. С другой стороны дома еще пойдем. Вон он там. Все наше. Вот, поставь на асфальт и выкладывай, и он сейчас к тебе подойдет. Скажи, ну давай, скорее выкладывай. Осторожный. Красивый какой. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Все, отходи. Кушай, кушай, Кися. Все, у нас кончилось.
Консервы кончились всего на сегодня. Все, отходим тихонечко, чтобы он не боялся. Все, мы возвращаемся от мамы. Побегали, Ренат от меня убежал. Он сейчас бежит обратно. Он с бегунами куда-то решил сбежать. Ну что, живот болит уже? Нет? Молодец. Сейчас уже довольно-таки прохладно, но так как Ренат бегает, ему нормально. А мы попьем чайку. Будем сегодня пораньше ложиться. Попробуем, по крайней мере, пораньше лечь. Все почитать там надо. Вот, хорошо, сейчас дождя нет сегодня. Ночью-то был дождь. Но тучки есть. Такие. Они темненькие. Вот. Занька, так уже вечер, поэтому на площадке никого нет. Уже поздно. Ну, пойдем сейчас на площадку. В карты мы бабушку обыграли. Хотя эта маленькая балдень все равно путается в картах. Но я выиграю. Кто со мной хочет? Я выиграю. Да с тобой кто угодно захочет играть, потому что ты ни черта не понимаешь. Тебя завалить можно только так. И не хочешь запоминать карты. И что за то? Я могу говорить кого угодно. Я не понимаю, но все равно могу. Угу. Деревья высоченные. Ты хочешь попробовать подтянуться? Ну давай, давай, я сниму это. Как маленький дрищ подтягивается. Давайте, сударь. Мы все во внимании. Все ждем вашего подвига. Поближе подойди, так не сможешь. Итак, барабанная дробь. А его не стоял, ударишь об эту палку. Не ударишься. Ну? Давайте, сударь. Нет, не могу, зато я могу показать вот что. Ну, то, что ты убегать умеешь, это я знаю. Давай быстрее, там какие-то пьяницы идут. Давай, не отвлекайся ни на кого. На себя смотри. Никто тебя ловить не сможет. Так что надейся только на свои силы. Молодец. Слезай. Пойдем, Слава. Моих руках. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.